Здравствуйте, дорогие подписчики, уважаемые зрители канала Дмитрий Зарла. Сегодня я иду на концерт замечательного орловского музыканта, почетного гражданина города Орла Евгения Дербенко. Концерт пройдет в библиотеке имени Бунина. Думаю, что будет интересно. Посмотрим сейчас, кто пришел. О, аншлаг, людей много. Много музыкантов, разных музыкальных инструментов. Называется «Душа Орловщины». Даже не знаю, куда и сесть. Надо место выбрать. Это репетиция. Хочется такое место найти, чтобы всех увидеть. Душа Орловщины. У Орловщины музыкальная душа. Сегодня 18 марта 2024 года, 15 часов дня. Евгений Дербенко. Почетный гражданин города Орла, орловский музыкант, талантливый человек. Мне это все близко, потому что я сам учился в Институте культуры. Все эти музыкальные ритмы, мелодии, так сказать, воспринимал непосредственно, посещая занятия. У меня внучка на гитаре научилась играть, школу закончила. Здравствуйте, дорогие наши гости нашей библиотеки. Мы счастливы приветствовать вас здесь. И начнем сразу с ударного аккорда. Выступает детский ансамбль оркестровой студии «Родничок» под руководством Стародубцева Александра Ивановича с номером Евгения Петровича Дербенко «Пингвины».